Россия стала лидером среди европейских стран по заболеваемости сахарным диабетом. За последние 10 лет этот диагноз стали ставить в 2 раза чаще. Заболеваемость ожирением за тот же период выросла в 3 раза. Эти и многие другие болезни являются факторами риска, которые приводят к повышению смертности среди трудоспособного населения. Как их снизить и лечить эффективней, обсудили на конференции кардиологов и терапевтов в Рязанском государственном медицинском университете. Надеюсь, что полученные вами сегодня знания и опыт найдут свое применение именно на практике. То есть не останется только в теории. Вот. Желаю вам бодрости, духа, желаю вам плодотворной работы. Конференция проходит уже 4-й раз. Ее участниками стали эксперты из разных уголков страны. Своим опытом и научными разработками делятся кардиологи и терапевты из Москвы, Рязани, Владикавказа, Красногорска, Назрани и других городов. Отличается эта конференция тем, что она 100% независимая, то есть здесь вы видите, что очень большая возможность именно академический такой характер этой конференции, очень много независимых докладов, и очень приятно, что большая часть программы составлена с помощью именно ученых, преподавателей Рязанского государственного медицинского университета. В течение 2 дней здесь проходят мастер-классы и симпозиумы, клинические лекции и круглые столы. Темы самые актуальные, среди них вопросы гастроэнтерологии, кардиологии, гематологии, реабилитации терапевтических больных, подростковой медицины. Высокий уровень – не случайность, ведь подготовка к конференции велась в течение 8 месяцев. У нас снизится смертность, мы снизили заболеваемость основных заболеваний, те, которые оказывают существенное влияние на те определенные сложности, которые мы все знаем, которые сейчас имеем. Это долгий путь, и он проходится в том числе и шагами конференций, общения, дискуссий. На конференции в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова сочетаются разные инструменты для того, чтобы опытные и молодые специалисты знали о новейших достижениях коллег и внедряли их в собственную практику. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».